Здравствуйте, мои дорогие зрители! Здравствуйте, мои дорогие любимые друзья! Вы посмотрите, какой красавец стоит у меня на столе! И посмотрите, какие замечательные желтые хризантемы осенние, которые украшают мой стол! У меня очень красивая скатерть! Эта скатерть перешла ко мне от бабушки, и считается она винтажная, потому что ей не один десяток лет. Каждый год я стараюсь по-разному оформить и декорировать свой стол. Но за красивым декорированным столом всегда приятно сидеть, всегда более душевные беседы и более приятные встречи с друзьями. В этом году я декорировала его. Вы видите, у меня постоянные пироги из моих яблок с дачи, и я их постоянно пеку, поэтому всегда встречаю своих друзей пирогами. У меня очень красивые желтые цветы, тыквы, как всегда, у меня участвуют в декоре. И, как я уже сказала, я каждый год делаю свой особенный декор. И поэтому в этом фильме я хочу напомнить о прошлом своих фильмах, где показывала декорирование стола и вставила сюда фрагмент. Надеюсь, вам будет интересно, вам понравится. А внизу я дам ссылку на этот фильм. Итак, давайте посмотрим. Ну вот, это первый вариант. И следующий вариант я вам покажу уже экспозицию на скатерть, следующую сервировку стола. Ну вот несколько вариантов, и напишите, пожалуйста, какой вариант вам понравился больше. Благодарю вас за просмотр. Может быть, вы какие-то идеи вам понравились, и вы сможете претворить в жизнь. Это было бы замечательно. Сказка нашей жизни не зависит от внешних обстоятельств, а зависит только от нас самих. И мы в силах создавать сказку. И мы почему бы не устроить или интимный ужин на двоих, или вот когда гости пришли, такой вот ужин, чтобы поднять себе настроение, чтобы в этом межсезонье, знаю, не так чувствовалась эта грусть, когда краски пропали, листья облетели. Яркие краски все равно остались, они остались у нас дома. Уже гости на пороге, одна подруга уже пришла, вторая вот сейчас уже звонит в дверь. И поскольку все они голодные, уж сервировка немножко изменилась, у меня уже стоят горшочек жаркое. Обратите внимание, видите, что здесь глиняная посуда наша, и вот я очень люблю ее. Вот еще один горшочек на подставке в виде листочка деревянного. Уже скоро мы уже садимся за стол. И вот я уже слышу звонок. Обнимаю вас и желаю вам всего наилучшего, всего самого доброго
и прекрасно.